буря принимала динамовцев Киева. В первом тайме территориальное и игровое преимущество имели хозяева поля. Они не раз могли открыть счет. В одних случаях выручали защитники киевлян, в других неточны были нападающие гурии. Динамовцы строили свои действия на контратаках. Некоторые из них могли закончиться взятием ворот. Вот как это, например. Во втором тайме характер игры не изменился. Хозяева атаковали, гости в основном оборонялись. После нарушения правил штрафной площади киевлян был назначен 11-метровый. Но удар при Данишвили парировал Чанов. В конце матча чемпионы Советского Союза могли открыть счет. Но в этом случае также хорошо сыграл вратарь Кантария. Итак, ничья 0-0.